Значит, политический смысл того, что сегодня происходит в России, это самосохранение власти. Или еще точнее, есть там 10, 15, 20, 100 человек, которые хотят быть у власти всегда. Все. И вся политика устроена вокруг этого. Они просто хотят быть у власти. Кроме того, они считают, что лучше их никто ничего не умеет делать. Более того, они уже так давно там, что они думают, что государство это они. Ну и все, а вокруг этого они строят всю политику. Для них одни законы, для всех остальных другие законы. Для них одни правила, для всех остальных другие правила.